Нарезаю укропчик. Я, знаете, с мороженка не выбрасывала вот эти вот баночки. Хорошо, что я их не выбросила. Они такие удобные, с крышечками. Еще с меня всегда мои смеются, девчонки. Ты вечно баночки собираешь. Я говорю, они пригодятся. Вот, а где хранить? Я люблю в таких. Достал, добавил и все. Так, одна баночка есть под завязочку. Сейчас еще одну наполним. Потом вот это холодец, баночка осталась. Думаю, что его выбрасывать. Вот и сюда сейчас сложу. Вот я помыла его укропчик. Тут уже просыхал. И на зиму. Ну, не знаю, будет, девочки, свет не будет. Я немного вот это один раз сделаю заморозочку, потому что она мне бывает очень выручает. Бывает так, раз зеленушки нет, суп сварил, как последний раз я варила с рыбой. Ага, зелень закончилась. Никто не купил. И пришлось сушеной посыпать. А сушеная все равно не такая, как вот такая. Кукурузка варится. Такая сладкая. Я попробовала, рассоединяла. Там бубочка отпала. О, зернышко, какое оно сладкое. Вообще такая сахарная прям кукурузка. Сейчас 10 минут и все, и она готова. А я собираюсь, сейчас хожу, мне надо там по делам сходить. С Микуськой, наверное, пойду прогуляюсь, как раз ее прогуляю, выгуляю. У Софиечки уроки. Время без 10 час. Так, что, на улице потеплело, тепло, солнце. Хорошая погода, осенняя хорошая погодка. Сегодня новости. Это ж видео у меня на день с опозданием идет, смотрела, у нас Смирнограда. Все, разрушили мост, вчера сгорел рынок, в больницу разрушили, экомаркет, прилет был, по шахтам. Короче, все рушится. Мост все напополам сложился, огромный мост. Пошли гулять. Выше на улицу кинулась, пакетики забыла. Ну, мусорные, Микуськины маленькие. Хорошо, что салфетки были. В сумке салфеточка была. Убирать как ушата надо после себя. Не все убирают. У меня хорошая вот эта шлейка, мне нравится. Я прям довольна ей. Удобненько. Микусик. Что здесь взяла тулька моя? Видите, так прям жарко. Жарко. Аня там должна сегодня стирать уголок. Пылесос наш взяла моющий. Я говорю, вытаскивай, пока жара, уголок на улицу, застирывай его и мой хорошо. И пока солнышко, он хоть высохнет. София, полотенцем берешь и вытираешь. Вкусная кукуруза? Очень. Очень, я сейчас тоже съем кукурузки. Ну, ешь еще. Ой, находилась жара такая, купила водички. Купила водички, чуть-чуть капли для глаз, дексаметазон купила. Капельки. Спасибо. Таблеток не было. Только 180-й, 120-х не было. Ну, взяла бы ты раз 180-й, ну, пользовалась. То есть, смотри, моя холевосенькая такая. Хвостик помыла. Ты хорошо его мыла лапы? Мам, да? Мы с ней долго ходили, гуляли. Купила ей вкусняшек. Зашла в зоомагазин. Смотрю, карточки мои снова нет. Мне вечно дурно аж становится. И София у нас любит такое делать западло. Она берет карточку, что купила, и назад мне ее не отдает. Потом я прихожу в магазин. На кассе рассчитываться, карточки нет. Ну, там другая есть. Ну, я же там рассчитываю на одно, идешь, знаешь. Так, купила Микки вкусняшки. А что это такое? Волк. А, это собака. Это утка. Купила вот такой вот корм. Корнилав. Мне посоветовали. Сейчас свет включу, девочки. Только пришла. Микуська, только попробуй мне не есть. Оно лучше. О, светлее, да, стало? Корнилав с уточкой. Вот такую консерву я взяла.
То, что-то сейвори, она выкабинивается. Потом взяла брит, индейку. Вот такие еще консервы. Но это буду делить. По 100 грамм нету. И корнилав взяла лосось с чем-то. Лосось и еще что-то. Вот такие вот. Никуся, сейчас будем кушать. Обед. 3 часа дня. Ты ж погуляла хорошо сегодня. А нам купила курицу. На соли? Да, хочу приготовить сегодня курицу на соли. Может, не насильно поздно, да, сделаем. Но эта курица не такая, вот как я раньше брала на шаряба, а вот это домашние. Тут других нет. Я вообще хотела взять стейк, когда я Мике мясо варила, индейку такую была, ну как грудка, там одна косточка была, ну стейк с индейки. Я хотела его замариновать и запечь как буженину. Пришла, нету, есть только нога индюшиная и крылья. Нога, там того мяса будет немного, там одна кость здоровенная, ну, не стала. В общем, взяла вот такую курку. О, свеженьким пахнет. Сейчас я ее тут дощипаю, помою. В ремесле брала, да. Курица затянула на 185 гривен, девочки. По 97,90. Курочка. Так, и воды купила. Шла прям, не могу, так пить хотелось. Минералки, да, минералки. Курицу будем на соли. Соль я купила. Соль по 13,50. И ВТБ 13,50. Так. Все. Все. Документы повыкладывать. Сейчас не знаю, какую ей открыть. Может, вот эту попробовать, брит. Тут прям говорили, кусочки тут и сердечко, и печеночки. Сейчас попробуем. О, ты моя красоточка. Ты прям как красотка. Гляньте на нее. Она уже сказала, мам, я устала, ты что столько ходила? Она со мной за компанию ходила, да? Ходила. Умничка моя. Сказали, мне лапочки помыли, я чистенькая, все, могу полезать. Вон твое местечко, вон. А, София, что ты диван не сложила? А у меня не получилось. Как не получилось? Ну, у тебя же ложка там внутрь заедала. Ну, София, раз, опустила, все. Папа же сделал колесики, смотри, оно раз и заехало теперь. Не стало ничего дергать, ломать? Все, на колесиках, колесики прорезиненные, все хорошо. А то кто? Стасик сидит. А, у тебя Стасик, да? Да. Стасик. С бантиком сегодня ходила. Да бантиков на Алиэкспрессе заказать этой девочке красивой. Мики, она очень красивая девочка, очень послушная. Заказать бантиков разноцветных. Для красивой девочки, да? Красивые бантики. Все там. Кто-то укусил? Микосик. Микосика. Ай, ты моя любимочка. Как я тебя люблю. Моя девочка. Моя любимая. Сейчас мама переоденется. И будем вкусняшку кушать, да? И будем вкусняшку кушать. Сонная уже, устала. Скажи, ты что, мам, такой марш-бросок ты мне сделала. Открыла вот эту брит. Вот так выглядят консервы. Очень приятный аромат. Ну, вот прям пахнет, ну, как едой такой, вкусненькой. Сейчас я ей тарелочку наберу. Девочки, я даже попробовала. Знаете, что вам скажу? Очень вкусно. Хорошие консервы. Правда, вкусная. Не такое аге. Если бы намазали мне бутерброд с кофе, я бы даже не сказала, что это собачья еда. Класс.
Переходим на Микины консервы. Ну, давай, пробуй. Маме понравилось. Не дай бог есть не будешь. Ты что, такая вкуснятина? Очень вкусненько, очень. Пересыпала в такую баночку, чтобы это не хранить, потому что, ну, эта порция большая, она не съест ее. Все. София занимается скрипочкой у нас, а я готовлю ужин. Вот это свеклу покупала, натерла свеклы с чесноком, сейчас с майонезом сделаю такой салат. И сегодня у нас будет на ужин курица на соли. Уже запекается в духовке. И картошечка пюре. А я ходила, думаю, купить овощи, курицу купила. Хотела же купить вот эту тут стейк индейки, не было. Ну, думаю, ладно, курица. Думаю, салат с овощами сделать. А потом вспомнила, что я свеклу купила. Думаю, сейчас я салат с чесноком сделаю. Со свеклой. Будет вкусно. Тру на терочку. Бачите, я котерочка у меня. Это мне подружечка присылала. Подружайка присылала. Кстати, очень-очень острая. Я ее как-то, когда видела в магазинах, я на нее не обращала внимания. Недооценивала. А она такая острая. Если надо быстро чесночок там и моется хорошо. Сполоснула все. Если быстро надо. Так, раз. О, я сейчас один чесночок натру. Придумала я. Знаете что? Сейчас натру один зубочек чеснока со сливочным маслом размешаю. Когда курица запечется, вы мне так писали, чтобы я ее полила. Но я переживаю, вдруг потом корочка не будет такая хрустящая. Тут же ж прикол, в чем курица на соли, что корка вот такая хрустит. А если ее намочу... Может, просто чесночком так тереть? Без сливочного масла. Чесночком так. Не знаю, сейчас я со своими посоветуюсь. А я вчера, то есть смотрю на себя на брови. Вчера в Еве купила краску для бровей. Хочу брови подкрасить. Ну, то они такие светловатые. Я на Олю смотрю. Оля, такие красивые брови. Я говорю, Оля, что ты? Она говорит, краской с Евы. За 20 гривен. И я хочу. Завтра покрашу. Покрасим с вами бровки. Сегодня проходила там, где я делала перманент. Губы. И вспомнила, какие они у меня были. Когда в Мирнограде делала, не были такими. А тут, когда сделала, ну, тут было глубокое такое проникновение. Что больно было сильно. Я вышла. Губы были. Ну, я помню, в комментариях гадости столько понаписывали. Подумали, что я себе их накачала. Так, один зубочек оставляем. Сейчас я поднатру. Кукуруза такая вкусная была. Я так у Софии покусала чуть-чуть. Еще в кастрюльке лежит. Так, чеснок. Майонез. Я этот раз натерла на крупную. Обычно я люблю на мелкую. Ну, думаю, сейчас как начнет стекать, мне неохота сок с нее сливать. Пусть будет на крупненькой. Сладкая свекла, очень сладкая, девочки. В АТБ. Уже готовая, отварная, сладючая прям. Вот селедку под шубой готовить, винегрет. Ой, просто прелесть. Салат. Это я две упаковки. Тут, ну, две брала. Там было в одной три, в другой три свеклы. Все. Бурячок у нас. Салат. Прелесть. Орешков еще не хватает. Здрасте.
красавица. Да, курочка красавица получается. Полила я сливочное масло, разогрела, добавила туда чесночка и полила курочку. В общем, такой у нас ужин. Нам приятного аппетита. Да.